в этот такой важный день для нашего города, для нашей страны, да и для всего мира, 9 мая, День Победы, хочется обратиться к молодежи. Вы, конечно, знаете про эту войну из книжек, из рассказов ваших родных, из фильмов, но вы знаете, когда вы читаете эти фамилии, выбитые золотом на Мамаевом кургане, да и много фамилий, которые, к сожалению, мы никогда и не узнаем, тех людей, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу, за нашу с вами страну и будущее, знайте, что мы обязаны им всем. Поэтому отдайте дань, отдайте честь подвигу людей, которые сделали такой хороший и важный праздник, праздник Победы, 9 мая.